Большевато. Она еще и с капюшоном. Давайте помельче. Слушай, вот юбочку хочу предложить. Смотри, какая юбочка. Одевай, одевай, нормально. Она на тебя сшита. Простая вяжу. Я подписаться. А, ну погодите сейчас, я подойду. Что это у вас тут интересного происходит? Вот от Тольчи Хабана вещи. От Тольчи кого? Тольчи Хабана. Тольчи Хабана? Вещи вот очень хорошие. Что-то я раньше о таком не слышала. Ну, мало ли что не слышали. Я, если ушить на маленькую. Вам это не идет. Я вам на второй полугодие оформила. Вы можете показать, куда ты подставишь. О, мой клиент джигит. Сегодня утром ему брюки за 300 рублей продала. Дочь Капана. Вот, не верите, посмотрите. Кому? Кому? Парень, вот. Вот у меня покупал сегодня. Хороший парень. Хорошие брюки. Так он же потоп. Как потоп, утром видела. Что такое? На первой полосе. И что? Ну, конец. Сдаются в аренду тёща. Вы что здесь, и людьми торгуете? Вещами торгуют? Какие Вострикова! Вострикова, никакие объявления, понимаешь? А что сразу Вострикова? Вы тут Ваську Скотника убили. А тут ты тёщу в аренду дают. Ну подумаешь. Ты полети с работы. Здравствуйте. Работорговля. Сразу Вострикова. Вострикова. Денег нет, Катя. Тоже Вострикова. Я пойду к редактору и сами хорошо. Да пожалуйста, а за Ваську Скотника. Ты полетишь с работы. Показывай тут своё давление. Я пожалуй. Больная на голову. Я всегда больная, когда отчёты у меня. Принимай, что попало. А вот за больную ответишь.